25 липня в Луганську відбулася науково-практична конференція з питань народовладдя і землекористування в Україні, ініційована громадським рухом «Український вибір». Єдинна можливість зберегти цілісність нашого держави – це переформатування нашої форми державності на федеральну систему, де кожен суб'єкт федерації буде мати суверенітет, суверенитет с аналогом суверенитета государственного имеется в виду в области или в аспекте федерального бюджетного федерализма и федерализма земельного. Мы говорим о том, что земля должна быть не просто народной, а совместной собственностью территориальной громады граждан Украины. Говоря об истинном народовластии, откровенно лжет и жульничает тот, кому все это видится и таким околополитическим клубом, где граждане восторженно аплодируют власти, совершенно не интересуясь, а пойдут ли эти новации на пользу каждому в отдельности и всей громаде в целом. Нужна подкрепленная работающими законами возможность отдергивать любое начальство, не давая ему своевольничать. А пойти на это наш селянин может только защищая свое и ощущая за спиной силу, способную эти интересы защищать. Законы есть. Нет только системы, позволяющей ими пользоваться. Считаю, что расширение региональных связей депутатов общественных организаций по горизонтали, вот на таких мероприятиях, как наша конференция, это то, что может оказаться очень востребованным и в деле обретения опыта, и даже единения страны. Поэтому предлагаю создать постоянно действующее депутатское собрание, которое может стать для Украины авторитетом именно в деле формирования общественного мнения. Способности вынести на свет тот сор, который плодят и пытаются укрыть по темным углам нерадивые представители власти. Работы будет много и очень непростой, но, по-моему, стоит попробовать. Луганщина всегда славилась тремя составляющими. Это людьми-тружениками, это промышленностью и землей. О чем мы сегодня с вами и говорим. И скажу вам так, что земля – это, в принципе, единственное богатство, которое сегодня осталось у нас неразворованным. И поэтому, если мы сегодня будем молчать, то это свершится. Я думаю, никто уже сегодня в этом не сомневается. Немцы во время войны вывозили землю. Наш чернозем с Луганщины вывозился и продавался. А сегодня его не надо вывозить. Ей найдут хозяев. Но забудут спросить о нас с вами. И вот для того, чтобы это не случилось, для того, чтобы наша земля осталась нам, нашим детям, нашим внукам, мы сегодня должны с вами предпринять конкретные шаги, конкретные действия, направленные на то, чтобы земля кормила нас с вами, а не кого-то. Резюмуючи роботу конференції, учасники одноголосно проголосували і підтримали основоположні ідеї тексту резолюції. Тим самим уповноважили експертів руху «Український вибір» розробити текст цього документа і зробити його предметом широкої суспільної дискусії.